Здравствуйте, вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпании «Мозыря», «Жлобина», «Речицы», «Гомеля» и «Светлогорска», в студии Виктория Шинкаренко. 10 марта делегация, в состав которой вошли представители военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов, Союз офицеров Беларуси, школы ДОСАФ, отправилась в гости. Повод был более чем весомый – день рождения ветерана. Первый сюжет от наших коллег из Светлогорска. Хозяин гостей уже ждал. Ну а сами гости прямо с порога принялись поздравлять ветерана. Сначала слово взял представитель военного комиссариата. Вячеслав Архипенко пожелал Петру Михайловичу бодрости духа, энергии и здоровья. А от лица Союза офицеров коллегу полковника поздравлял Александр Рубанов. Он вручил Петру Михайловичу особый подарок. Вместе в баню ходит. Я знаю, что у нас любитель, очень большой любитель бани. Вот этот тебе банный набор, чтобы ты ходил еще долго и упорно. Мы с тобой в бане встречались. Говорил теплые слова имениннику юбиляру и бывший коллега Петра Третьякова Федор Фоминок, директор школы ДСАФ. 33 года своей жизни Петр Михайлович отдал преподаванию в ДСАФе и ушел оттуда на заслуженный отдых в возрасте 80 лет. За празднично накрытый стол ветеран решил сесть при полном параде, надев фуражку и китель, увешанный наградами. Вняв просьбам гостей, Петр Михайлович, удивительно бодрый и энергичный для своего, прямо скажем, весьма солидного возраста, рассказал о своей нелегкой, но очень интересной жизни. Родился он на Южном Урале 10 марта 1926 года. Вырос без матери в семье, в которой было пятеро детей. К началу Великой Отечественной войны он окончил семилетку и сразу начал работать, а уже в 43-м его мобилизовали. Петр Михайлович был командиром орудия танка Т-34. Эта военная профессия одна из наиболее опасных, но он выжил, хотя и был ранен. 5 танков отбил вот перед тем, и об этом никто ничего, знаете, пока я лежал в этом медсанбате, пока туда командира нет, кто будет говорить о тебе, и так вот. А как бы... А за отвагу? А? А за отвагу? За отвагу дали. Да. В конце войны он был направлен на учебу в танковое училище, которое закончил офицером в 48-м году. 3 года служил в Германии. В 51-м получил назначение на службу в Беларуси, которое отдал 21 год. Вышел в отставку, но дома сидеть не стал. Еще 33 года проработал преподавателем школы ДСАФ в Светлогорске. Вот так сложилась судьба ветерана. И оглядываясь на его жизненный путь, можно смело говорить. Вот пример настоящего защитника Родины. Честного, открытого, трудолюбивого. Петр Михайлович сохранил чувство юмора и оптимизм, обладает великолепной памятью и недюжинным талантом рассказчика. И мы присоединяемся к пожеланиям здоровья и долгих лет жизни ветерану. До старости, буду старости. Буду стараться. По рюмочку, баню и... Да, буду стараться. И все. Будьте. Все было прекрасно. Большое спасибо за то, что все пришли. Это... Всего хорошего вам. В Гомеле работает выставка «Строим дом». Ее проводят ежегодно. Это уже 10-я юбилейная презентация строительных организаций, ведущих специалистов строительной индустрии. В преддверии активного строительного сезона состоялась масштабная специализированная выставка «Строим дом», на которой продемонстрировали новинки технологий и идей более 40 предприятий и организаций строительной отрасли Республики Беларусь и предприятий из города Брянска. На выставке представлены более 40 предприятий в этом году. Главным образом это предприятия Гомельской области, но представлены предприятия вообще Республики Беларусь. К нам приехали партнеры со всей республики и представлено в том числе предприятия из Брянска. Поэтому интерес вообще брянских строителей, он был как-то и в прошлом году очень так явен. А в позапрошлом году вообще была большая делегация 40 представителей разных компаний. Тоже визит состоялся под эгидой совместной работы Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и Брянской торгово-промышленной палаты. На выставке была представлена продукция, которая необходима для строительства дома и уюта в нем. Строительные и отделочные материалы, техника и инструменты, водоснабжение, отопление, сантехника, энергосбережение и освещение, ландшафтный дизайн, средства индивидуальной защиты, спецодежда, мебель и интерьер.
Также в рамках выставки был организован конференц-зал, в котором проходили переговоры, презентации и мастер-классы. Из тех новинок, которые мы хотели и попробовали сделать в этот раз, это наши делегации, гости, которые приехали из Российской Федерации, из Казахстана, причем они целенаправленно приехали на эту выставку и хотели бы пообщаться с нашими предприятиями. И взаимный интерес есть, потому что наши предприятия интересуют, конечно, выход на рынки, и в том числе России и Казахстана. Это не только товары, это, конечно, услуги. Выставку «Строим дом» проводят ежегодно. Это уже 10-я юбилейная презентация строительных организаций, ведущих специалистов строительной индустрии. Проведение данного мероприятия важно для Гомельской области, так как это еще одна уникальная возможность для знакомства с передовыми технологиями в области строительства и заключения выгодных контрактов. О материальных и моральных ресурсах на предстоящий сельскохозяйственный год рассказал председатель Мозырского райисполкома Евгений Адаменко. Глава района принял участие в подведении итогов работы клуба высоких надоев. По итогам 2015 года удой на одну корову составил 6156 килограммов молока. Это лучший результат среди районов области и седьмой среди 118 районов республики. Вполне закономерно, что за прошлый год победителей, то есть операторов, надоивших более 5,5 тонн молока, 59, а не 37, как это было по итогам 2014. Признанный мастерами высоких надоев, надоившие 5000 и выше, 5500 и выше, значит, 59 человек. Подтвердили свое звание 52 человека, 7 человек, значит, 7 операторов машинодоения были за нарушение трудовой и технологической дисциплины сняты с соревнования. Кроме того, от удоя на одну корову зависит экономическая ситуация в хозяйстве, а следовательно уровень заработной платы работников. На этом акцентировал внимание председатель райисполкома Евгений Адаменко. Глава района принял участие в итоговом заседании клуба высоких надоев и лично поблагодарил всех за работу. Кульминацией встречи стало награждение победителей. 5 операторов надоили свыше 9 тысяч тонн, причем 3 из них из Слободского имени Ленина, 2 из Зари. Я, конечно, люблю свою работу, свое хозяйство. Ну, наверное, это все идет на отдачу, и вот потому такие получаются результаты. Все условия у нас созданы, у нас хорошие бытовые условия. С открытием нового комплекса и труд легче, и условия там, конечно же, лучше, чем было раньше. Конечно, приятно, я думаю, стоит организовывать, чтобы было какое-то стремление больше повышать надой и свой труд. Люблю работу, я очень люблю животных. Я считаю, что без любви и заботы о животных просто нечего делать на этой работе. Всего по итогам прошлого года сельхозорганизациями района реализовано для переработки 43,5 тысячи тонн молока. Это на 12% выше уровня 2014 года, а по сравнению с 2010 реализация молока возросла более чем в два раза. При этом сорт «Экстра» составляет 55% от всего производимого в районе. Успехи достигнуты в том числе и руками этих людей, поэтому благодарили не только словами, но и подарками, а также небольшим концертом от ансамбля «Радуница». Илона Шавловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь». Министр культуры Республики Беларусь, посол КНР в Республике Беларусь, руководство Гомельского облсполкома, горисполкома и епархии. Выставка, которая открылась во Дворце культуры железнодорожников, с первых минут приковала к себе повышенное внимание. Состоялась церемония открытия китайско-белорусской выставки презентации «Образы женщин в искусстве Китая и Беларуси» во Дворце культуры железнодорожников. На ней присутствовали министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов, посол Китайской Народной Республики в Беларуси господин Цуй Цимин, руководство Гомельского облисполкома, горисполкома и епархии. Я хочу сказать, что Китай и Беларусь – хорошие друзья. Между нашими народами имеет традиционная дружба. В течение 24 года с момента установления дипломатических отношений
наши отношения развиваются динамично, устойчиво и очень хорошо и здорово. Почти это во всех областях наши отношения развиваются очень хорошо, в том числе и в областях культуры. На выставке были представлены работы известного китайского художника Цу Цинже. Он является членом Союза художников Китая. В своем творчестве художник изменил традиционные идеи и методы письма, сочетая техники китайского и западного искусства. Пишет как китайские пейзажи, так и портреты в сюжетном контексте. Важное место в его творчестве занимает женский портрет. В течение последних 5 лет художник выставлялся более чем в 10 странах. Организатором выставки является Белорусская конфедерация творческих союзов при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Отрымалась у вас такая задумка, проект, начать именно с Гомеля. Завтра будет открытие в Минске, в Мастацком музее. Ну и, на мой погляд, вельми интересное такое сполучение. Техника китайского живопису, 2 мастаки, один из Беларуси, один из Китая. Ну и такое мысление у каждого свое особистое, а лишь каштовности у нас. Также на выставке представлены работы белорусской художницы Марины Ильяшевич. Она пишет картины, используя восточные и европейские техники живописи. Обучалась китайской живописи в Москве, Стамбуле и Пекине. За последние 2 года состоялось более 30 ее выставок на территории Беларуси. В 2012 году была издана книга с авторскими работами Марины под названием «Китайская живопись». Отдельное место в ее творчестве занимает женский портрет. Картины все написаны китайской тушью, минеральными красками. Я работаю в этом жанре. У меня уже не первая выставка, но сегодняшний проект у нас «Диалог культур», можно так сказать, от Минска до Пекина. Проложен мост дружбы в нашем творчестве, в прекрасном образе женщин Китая и Беларуси. После открытия выставки был организован мастер-класс, на котором художники поделились секретами своего мастерства. На базе Речицкой специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва №1 состоялась торжественная церемония открытия тренажерного зала. Мероприятие прошло в рамках акции поощрения спортивных школ, из которых вышли именитые спортсмены. Финансовая поддержка оказана благодаря успехам велогонщика Василия Кириенко, в прошлом году выигравшего 1-е Европейские игры в Баку, чемпионат мира в Ричмонде. Продолжается поощрение детско-юношеских спортивных школ, чьи воспитанники достигли значительных результатов на международных соревнованиях. На этот раз Министерством спорта и туризма выделены 435 миллионов рублей на приобретение современного спортивного оборудования для Речицкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №1. На торжественную церемонию открытия тренажерного зала прибыли высокие гости. Возглавил делегацию министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко. Мы такую акцию проводим в целом по республике, чтобы знали и ребята, знали и тренеры о том, что вот вырастив и воспитав таких своих именитых, знаменитых, заслуженных спортсменов, сделавших многое для нашей страны, для Родины, для спорта нашей республики. Вот благодаря им, в общем-то, благодаря им заслугам, тем результатам, которые есть, и мы оказываем помощь в улучшении материально-технической базы. В своем выступлении Александр Шамко отметил, что Гомельская область славится своими спортивными традициями. Регион занимает лидирующие позиции по развитию спорта высших достижений, подчеркнув, что все начинается в обычной спортивной школе. Вся работа, прежде всего, восхождение на олимпийские подиумы, на подиумы самых высоких спортивных соревнований, спортивных форумов международного уровня начинается вот отсюда, спортивной школы, с первого тренера. Важность события обозначил заместитель председателя райисполкома Виталий Атаманчук. В своем приветственном слове зампред выразил слова благодарности тренерскому составу специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №1, отметив, что школа богата спортивными результатами. В этом спортивном учреждении за многие годы прошли тысячи, не одна тысяча нашей молодежи, наших юношей и девушек. И достигнутые результаты, они не спонтанны. В
каждый год, а точнее можно сказать, в каждое тысячелетие, то спортивная школа показывала своих учащихся только с лучшей стороны и в спорте выше достижений. Хочу сказать, что за последние 5 лет в этой спортивной школе подготовлено 13 кандидатов в мастера спорта, 6 мастеров спорта Республики Беларусь и 4 мастера спорта международного класса. Виталий Таманчук напомнил присутствующим, что велогонщик Василий Кириенко является почетным гражданином Речицкого района и выполнил почетную миссию. Вручил высокую награду, почетную грамоту Гомельского областного совета депутатов, спортсмену-инструктору национальной сборной команды Республики Беларусь по велоспорту Василию Кириенко за высокое спортивное мастерство, проявленную волю к победе и завоевание золотой медали на первых европейских играх в Баку. Речица для белорусского велоспорта – это хорошая школа, создаваемая на протяжении десятилетий. Особые слова благодарности за преданность делу и спорту, за вклад в воспитание учащихся, за индивидуальный подход к каждому ребенку выражены директору специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 1 Василию Кацубе. Ведь все это дает результаты. И Василий Кириенко – яркое совместное воплощение труда. Это коллективно. Коллективная заслуга всех жителей города Речицы. Потому что для того, чтобы победить, нужно иметь настрой. И это вот посещение Василием своего родного дома, родного очага, оно такие короткие, но долгожданные для него. Это создает настроение, создает ту волю к победе, я уверен, которая в нем есть. И поэтому, поздравляю вас сегодня, мы говорим спасибо всему городу Речицы. И, конечно, я уверен, что вся Речица дает ему наказ. И дает ему ту моральную поддержку, ту духовную поддержку, которая будет очень нужна ему в этом году. Очень нужна. Ну и мы будем всей нашей страной желать ему победы, желать ему удачи в этих важнейших мировых планетарных соревнованиях. Инициатор приобретения для Дюшор номер 1 тренажерного оборудования – именитый велогонщик Василий Кириенко. Именно благодаря его победам школе оказана столь серьезная поддержка. Несмотря на плотный соревновательный график, победитель первых европейских игр и чемпионата мира в Ричмонде находит время для посещения родной спортивной школы. На самом деле здесь чувствую тоже себя уютно. Никогда, мне всегда широко открывают двери. То есть занимался в межсезонье вот непосредственно в том зале, где были, может быть, нарекания, да, какие-то тренажеры. То есть эти нарекания были услышаны. Спасибо вам большое. Вообще я, как со стороны спортсмена, пожелаю ребятам, всем учащимся нашей школы, и не только нашей вообще, крепкого здоровья. И пускай выходят дальше чемпионы здесь. А я, в свою очередь, постараюсь представить страну достойно на будущих Олимпийских играх. В торжественной обстановке перерезана символичная красная ленточка. По православной традиции состоялось и освящение обновленного тренажерного зала. Спортивный зал оснащен 16 новыми современными тренажерами на все группы мышц. Здесь мальчишки и девчонки будут тренироваться для того, чтобы прославлять Речицкий регион и страну на соревнованиях самого высокого уровня, как им и пожелал титулованный земляк Василий Кириенко. Матери-героини, успешные спортсменки, мудрые руководители и состоявшиеся профессионалы. В Мозыре во Дворце культуры нефтепереработчиков торжественно наградили победительниц ежегодного конкурса Белхимпрофсоюза «Женщина года». Матери-героини, успешные спортсменки, мудрые руководители и состоявшиеся профессионалы. Итоги ежегодного проекта Белхимпрофсоюза «Женщина года» подвели на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Конкурс проходит уже 5-й раз подряд, и почетного звания удостоили сразу 5 представительниц предприятия. Они проявили себя в профессиональной, общественной и культурной деятельности, а также воспитании детей. Вот уже 5-й год подряд мы проводим конкурс в канун 8 марта. Конкурс определяем женщину года прошедшего. По 5 номинациям. Женщина-руководитель, деловая женщина, женщина и общественная деятельность, женщина-мать, женщина
за сохранение культурных традиций. Женщины и спорт. Мы всегда поддерживаем тех, кто, кроме того, что работает на предприятии, он, ну, хочет заниматься какими-либо видами деятельности. Женщины наши творческие, активные. Женщины хорошо работают, потому что предприятие сложное, ответственная работа. Поэтому не поощрить таких женщин было бы просто преступлением. Шел четвертый день, 8 марта. Подшучивали гости праздничной церемонии. И это неудивительно. В танцевальном зале Дворца культуры в этот вечер собрались успешные, умные и красивые заводчанки. Виновниц торжества собрали на неформальный разговор за праздничными столами. Вручили цветы и почетные кубки. Вы действительно прекрасны тем, что вы очень много можете, и благодаря им все равно, несмотря на это, остаетесь такими прекрасными. Мне посчастливилось сегодня присутствовать на этом мероприятии, чтобы поздравить с вами прекрасных женщин нашего предприятия. Вот сегодня, глядя здесь, в этот зал, и не верится, что мы работаем на предприятии, где большинство мужчин. И благодаря вам в нашем предприятии очень многое создается. Вы всегда создаете ту атмосферу, которая не позволяет мужчинам чувствовать. Всегда, когда присутствует женщина, мужчине хочется показать себя с лучшей стороны. И даже тем, кто как бы, не говорит об этом, но все равно каждый в душе хочет показать себя с лучшей стороны. Конкурс «Женщина года» на Мозырском нефтеперерабатывающем – традиция молодая, но уже полюбившаяся работникам и их семьям. Его лауреатам, точнее прекрасным лауреаткам, под силу совершать культурные прорывы, ставить спортивные рекорды, руководить отделами и воспитывать будущее поколение. Я считаю, что быть матерью, особенно в многодетной семье, это счастье. Потому что каждый ребенок дает свой опыт, как бы видишь, да, свою радость, смотришь, как он растет, и радуешься. Сама из многодетной семьи, поэтому всегда мечтала, чтобы была многодетная семья. Женщину-руководителя оценивают по уму, знаниям и умению влиять на ситуацию. Победительница в номинации «Деловая женщина» Людмила Панина точно знает. Секрет качественной работы – грамотное управление, эффективное распределение ресурсов и ежедневное вдохновение, которое дарит команда единомышленников. Если говорить деловой успех, я так понимаю, это от слова «дело». Ну вот наше дело, за столом сидят мои коллеги. Поскольку работник культуры – человек, который творит только в коллективе, только в команде. Так вот, мы вместе делаем одно дело, в которое влюблены. Поэтому, наверное, я и состоялась, потому что у меня хорошая команда. Так вот, деловая женщина – это женщина, у которой есть своя команда. Секрет успеха у каждой женщины года свой. И их плотные жизненные графики вряд ли пересекаются в повседневности. Но в этот вечер, который уже стал страничкой заводской истории, они все собрались в одном зале. В зале, где не смолкали песни, поздравления и бурные аплодисменты. В зале, где каждый собравшийся мог подтвердить. Главные награды в своей жизни эти женщины уже получили вне конкурса. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь». Человек-история, который увлеченно на протяжении всей жизни увлекается историей археологии. Гомельчанин Владимир Литвинов награжден медалью имени Франциска Скорины. Медалью Франциска Скорины награжден заместитель директора музея по научной работе Гомельского дворцово-паркового ансамбля Владимир Литвинов. Вручение недавно прошло во Дворце Республики. Такую высокую награду Владимир Адамович называет не своей, а главным образом общей. Его и всех тех, с кем довелось идти по жизненному пути. Практически вся его жизнь связана с историей и археологией. Еще в детстве маленького мальчика увлекали рассказы мамы, отца, который прошел всю войну, и воспоминания бабушки о дореволюционном периоде. Меня тянуло к земле, вот интересно, наверное, к окружающему миру. Мама даже вот такие вещи рассказывала. Ведешь себя за руку в детский сад, а ты говоришь: «Мам, а расскажи мне, какие там моря бывают, какие горы бывают». То есть, ну, какой-то вот, наверное, пытливый такой вот просто был такой у меня
настрой. В университет поступил с третьего раза. Тогда был высоким конкурс. С первого курса увлекся археологией. Первой находкой были бусы. Немного позже пришел в музей. Буквально с первых дней занимался созданием экспозиций. Постепенно накапливал опыт. И с середины 90-х активно применял его в создании и реконструкции экспозиций региональных музеев. Вначале Мозырь, дальше Петриков, Добруш, Брагин, Калинковичи и другие города. Некоторые музеи приходилось практически создавать с нуля, как было с Хойниками. Приходишь, вот пустые залы, еще рабочие в них работают. Через 3 недели ты уходишь, а за твоей спиной экспозиция, за твоей спиной музей, который является, ну, скажем так, памятником и памятью всех тех, кто, допустим, жил и работал в этом Хойницком районе. То есть мы оставили после себя какую-то память. Владимир Литвинов называет себя человеком полевым и путешественником в душе. Больше 40 лет ездит в поле, занимается раскопками. Дома у археолога всегда готово снаряжение к следующей поездке. Вспоминает, было время, когда в году насчитывалось 52 командировки. Своеобразные рекорды. Причем рекорды были все время по регионам. Мне очень интересно до сих пор ездить во всякого рода экспедиции, в археологические, этнографические, и просто ездить, и просто разговаривать с людьми. Потому что вот эта вот устная история, которая передается из поколения в поколение, это удивительный пласт, который, к сожалению, пока еще мы в полной степени не осмыслили и в полной степени еще не освоили. За плечами Владимира Литвинова огромный опыт в разных направлениях. Книжное дело, иконопись, нумизматика, многие другие, история в целом. И все это по-прежнему привлекает его интерес, но большая часть души принадлежит археологии. Я, например, горжусь тем, что там посчастливилось мне когда-то сформулировать понятие «Бабическая школа народной иконописи», это Чехерский район. До сих, вот сейчас это уже вошло, скажем так, в аналы искусствоведения, то есть это уже признано де-факто и наукой. Но все-таки земля, вот как она меня в детстве тянула, любая ямка, в которой можно было что-то найти, она, наверное, меня до сих пор больше всего держит. Владимир Литвинов открыл и вел в научный оборот несколько десятков памятников каменного и бронзового веков. Им обработаны и сданы в фонды музея свыше 30 тысяч предметов. Один из организаторов охранных раскопок середины 80-х годов на территории парка, которые в корне изменили представление о древнем Гомеле. За ним большая роль в сохранении исторической застройки города, а также создании и совершенствовании экспозиций многих музеев области. Следующий сюжет о нашей коллеге Светлане Паненковой. Живет она и работает в Речице рекламным агентом и диктором на телерадиокомпании «Телевид». А в свободное время создает настоящие шедевры. Подробности прямо сейчас. В первом весеннем месяце открыли выставку «Таинственная шкатулка». На ней представлены авторские украшения, сделанные из кожи и камня. Их создатель Светлана Папенкова живет и работает в городе Речица рекламным агентом и диктором на телерадиокомпании «Телевид». Но по профессии она закройщик мужской и женской верхней одежды. Помимо того, что Светлана сама себе шьет наряды, она еще может смастерить прекрасные украшения. Была у меня шкатулка старая, с чего началось. Я ее решила как-то декорировать, подарить сестре. Обтянула кожей, украсила немножко, подарила, всем понравилось. Начала что-то другое делать, там какие-то такие маленькие подделки. Опять кому-нибудь покажу, всем нравится. Потом вот как-то, не знаю, сложилось так, что начала украшения делать. Как-то вот само пришло, даже не знаю, как и началось все. Ну вот сейчас вот сделала первая моя такая большая коллекция. Украшения из кожи – недавнее, но серьезное увлечение, в котором Светлана сумела проявить себя и как дизайнер, и как художник. Все изделия абсолютно разные, различные и цветовые сочетания, и композиции. Нет двух схожих украшений. В экспозиции представлено более 35 украшений из натуральной кожи – ожерелья, кулоны, браслеты, броши, шкатулки. Нужно очень аккуратно, конечно, потому что чуть-чуть где-то клей перебавил, все, уже пятна, уже вид некрасивый. Если какой-то другой материал, его можно там подчистить, подтереть кожу. Практически нет. Это нужно все отложить, сидеть, именно заниматься очень щепетильно, аккуратно. Но меня это как-то вот успокаивает, мне нравится. Я могу сидеть до часа, до двух ночи даже иногда вот и делать это. Как-то вот близко мне это зацепило меня, и я вот не могу остановиться. Выставка «Таинственная шкатулка» заинтересует не только женскую аудиторию в силу своей любви к украшениям, но и мужчин, которые могут приобрести оригинальный подарок своим женщинам. Авторские украшения Светланы Папенковой можно оценить в областной библиотеке имени Ленина.
В начале марта в Светлогорском доме ремесел открылась выставка под названием «Искусство без границ». На ней представлены работы воспитанников из-за студии «Креатив». В числе первых гостей на открытие выставки были приглашены подопечные отделения дневного пребывания для людей с ограниченными возможностями Светлогорского территориального центра социального обслуживания населения. В Доме ремесел работы из-за студии «Креатив» экспонируются не первый раз. Студия появилась в нашем городе 4 года назад. Лучшие картины воспитанника выставляются в Доме ремесел. Это своеобразный итог работы за год, чему научились, как отточили свое мастерство начинающие художники. На выставке представлены произведения младшей и экспериментальной групп, а также взрослые группы от 30 и старше, которая открылась в сентябре. Экспозиция получилась очень яркой и разнообразной, как по тематике, так и технике исполнения. Стоит отметить, что эта выставка оказалась не совсем обычной. Помимо презентации лучших работ, был запланирован мастер-класс для людей с ограниченными возможностями. И пока ожидали прибытия гостей, воспитанники «Креатива» поделились своими впечатлениями от занятий в студии, рассказали, что нового они узнали о разных техниках и тайнах цвета. И вот что я узнал. Раньше я белый крас и пользовался редко в гуаше. Я даже не знал, что нужно в гуаше пользоваться обязательно белой. Все время рисовал такими цветами, которые у меня есть в баночках. Но теперь я узнал, что в гуаше нужно очень много белого. А вот в акварели вообще это редко, а то и вообще невозможно белым рисовать. Многие из ребят уже давно посещают студию, а некоторые только первый год пробуют свои силы в изобразительном искусстве. Но всем нравится заниматься здесь и развивать свои способности. Тем более, что Александра Малаева, по словам детей, талантливый и креативный педагог. Она доступно объясняет материал и помогает юным художникам найти свой стиль. Ну вот и пришли долгожданные гости. Подопечным отделением дневного пребывания для инвалидов представилась возможность не только полюбоваться работами воспитанников из-за студии «Креатив», но и в числе первых проголосовать за понравившуюся картину. На закрытии выставки будут подведены итоги голосования, и победитель получит приз зрительских симпатий. Вдохновившись увиденным, гости смогли и сами попробовать создать живописный шедевр. Для них был организован мастер-класс. В роли учителей выступали ребята из «Креатива». Они подробно рассказывали и показывали, как смешивать краски и сочетать цвета. Молодых инвалидов пригласили на открытие выставки не случайно. С апреля на базе из-за студии «Креатив» для них откроется новое отделение «Я такой же, как ты». Многие из гостей с восторгом восприняли эту новость и сразу же записались в студию. Что же касается выставки «Искусство без границ», то она будет работать в Доме ремесел до конца месяца. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.